Если нет молитвенском, не помяни, чтобы не шарили. Ну что, побежали. Вот мы подъезжаем к Потеряевке. И вот встреча какая. Руками машу. Вот это моя сестра Валентина и ее сын Ося. Вплотную. Вот она где. На. Михаил, держи на. Жена. Патриаршие журналы. Большая статья тут и про вас. Про нас? Про вас. Как ты встречала и кормила и медовыми людьми. Так это никак, по благословению патриарха. Вот в этой деревне одни не погашены. Держи. Вот какая вам радость. Это патриаршие журналы. Ну, все, мы поехали дальше. Вот, живые хоть? Про работу написано. Ну что, поехали? Что, стройка идет? Да еще не начиналось. Ну там с делами не может управиться со своими. Средства-то сильно не тратится? Очень. Во слава Богу. Поехали. 6 июля 2014 года. Наши братья-благовестники приехали. И вот сейчас наш весь лагерь стан бежит встречать их. А? Где мы их встретим? Фотографа. Один. Ага. Как говорится? Какой рюкзак он содержит? Спортсменка. Это... Флаг. Поехали! Слово Божье мы везем туда, где не знают люди совсем Бога. Трое благовестников пути, а четвертый вовсе бессловесный. Ты в молитве вспомни и помяни, чтобы не мешали благовестию. Благовестие призыв небес проповедовать падшим за освещает звезда, только ты, брат, всегда будь послушным. Путешественники, живые вернулись. Истощенные. Ну что, каким путем? Теперь будете помогать в интернете. Кого я вижу, а? Откуда мы приехали, да? Скоро от них и близких ваших были. Как приняли-то они нас, чтобы знала? Как самых дорогих. Я уж Лене говорю, Лена, передай Марине. Она, говорю, приняла, говорю, странничков. Она их омыла, говорю. Она их обшила, говорю. Это у ней уже, говорю, записано, говорю, в книге жизни. Да. Как Игнат Тихонович, она, говорит, сделала так же это быстро. Это не она, говорю, делала. Благодать Божия вошла. Спаси Господи, я радовалась. И сынок ваш как принял нас. Встретили нас на дороге, выехали, за собой нас провели, где они живут. Вот. Я все, что передали, вы, я им передал сразу. Она пишет, говорит, деньги лежат, деньги нужны, а работать нельзя ими. Ничего, приедут, отработают. Спасибо. Слава Богу, прибыли. Сверх всех вообще. Все, рука тут. Привет. Да рано, мы вас позже ждали. Не надо же банк.
Слава Христу. Еще все еще шатает. И, конечно, в дороге. Вы ушатали, наверное, машину там на такие. Ровно 40 дней были. Ровно. Потом соберемся. Какой день назначен? Там лепешкой какой-то день. Мы доложим вам. Господь благословил. Практически за рубежом все выполнено. Паспорта можно сдавать в архив. Больше мы никуда не поедем. Туда больше. Потому что по России из-за машины мы бы курс изменили. Теперь там будут составлять группы какие, которые будут работать, продолжать уже. Это на новую ступень, видимо, будет. Так думаю. Так думаю, пока замысла одни. С машиной ничего, все поправили. Да, вы выправили, где могли. Я узнал, что такое эвакуаторы. Да все вроде. За эвакуаторы везли нас. Пришлось отдать больше 100 тысяч рублей. Вот это стоит 3 рубля 70 копеек километр. В одной машине. А на эвакуаторе 400 рублей. Ровно в 100 раз дороже. Но главное, это самое главное, что мы живые, собака живая. Все у нас живое, и машину сохранил Господь. А уж машина стояла вот так, то ли быть, то ли не быть. Ладно, выпускайте собаку быстрее, на волю. Ей уже, наверное, так охота до дома вести. Машенька, да где ты, миленькая моя? Здорово, блин. Приехали мы. Кого я вижу? Вон матушка идет. Да слава Богу. Во всех Парижах, Мадридах, Лиссабонах побывали. И везде ждали, как будто бы. А никто не ждал. В некоторых местах только ждали. И везде дверь открыта. Прямо во время службы дают пробку. На какой машине? Ну все. Прибытие вас! Живы, здоровы. Живы, здоровы. Все живы. Слава Христу. Ну, устали, нет того слова. Я представляю. 40 дней не вылазили. Я представляю, как это вам все удалось. Сложно и дорого. На поездку и стратили 341 тысяч. Мир вам. Ой, мир обычный. Вот того, что живы, здоровы, прибыли. Дали такой срез, теперь молились, будет все. Усиленно. До Лиссабона в западном полушарии доехали. Это не повторили. Только что не искупались, не понесли. Это просто Бог сказал. Живы, здоровы, слава Богу. Да, смотри, с каким флагом российским идут на встречу к нам еще. Вот жди. А, точно. Ты смотри, какая делегация. Нет, это же надо. Где делегация? Это, наверное, Сергей. Ну, Володя. А вот он. Увидели, как живут греки. У них много ездят на мотоциклах. Туча мотоциклов. Это здесь дешевле? Нелли Александровна, вам подарок от зятя. Спаси Христос. Это зятя на подарок. Это, бегут. Витя, со флагом, посмотри, где шоколадки-то были, достань. Вон идут. Лагерные наступают. Это весь лагерь. Они снимают взаимно, с другой стороны. Так на ходу как снимать-то? Горите, горите. Ой, кто вперед? Надо. Российский флаг. Вот бегут наш лагерь стан на встречу благовестникам. 10 метров, 500. О! Спринтер! Он белый! Давай, давай! Вот оно как! А. Так, подождите! Не палец! Вот он где, вот он, смотри, смотри. Прогашу. Хозяин встретил. Еще что-нибудь?
Нет, нормальный. Я каждый день учился. Помолился, тренировал. Спаси Христу. Тебе спаси Христу. Он не наш везде. Я тебе желаю, дорогой. Приезд нам, слава Богу. Аллилуйя. Ждем, ждем. За 40 дней мы не радости сколько. Здесь. Дать ребятишкам поделить вот это вот. Это два на лагерь. Унесете туда, держите. Это из Германии. А это разделите. Освященные? Акилина. Любовь Николаевна. А Ваня остался с детьми в лагере. Ну иди ко мне. Потеряевки лучше всего. А где этот... Ваня. Дежурит в лагере? Да, с Акилиной. Да ты ему слышишь. Врага. Ну что, давайте мы поедем обратно. Да вот я забыл. Давайте. Забыл, конечно. Все же я тебе отдаю. Чашки у меня там потом возьмешь. Ну, он не знает, куда бежать. Перестань. Значит, особый ковер ему там нашел. Подарок. Как всегда, сушат. Тяжелый. Он все пополам ели. Сливочное, говорят, сгущенное молоко пополам. Пирожки все пополам. Все мы пополам. Ох, и любил он меня. Да. Ну все. Ой, какой хороший песик. Мировой. Ну, так цепь тут лежит. Ой, подальше. Ой, подальше. Я боюсь его. Нестор, а Нестор, иди к машине. К машине иди. Как там маленький пёс. Дядь, Миша, улыбнитесь хотя бы. Так, а там этот маленький шарик. Покажи, что он чтобы не вылез хоть никуда. Вот это там ещё. Не, я его закрывать буду, да. Привязывай его. Подожди, подожди. Нет, где он был? Что он видел? Кого я вижу, а? Здорово. Здравствуйте. Ну, покажи. Спаси Христос. Акилина, вот это вылезла. Вот она, да. Она тоже радуется. Благовестники приехали. Как хорошо. Все ребятишки. О, знаменосец-то какой. А, российский флаг у ней. Да молодцы мои. Смотри, русский флаг. Самый лучший в мире флаг. Вне национальный, вне религиозный, вне временный. Я его люблю просто. Докажешь, это божественный флаг. Пожалуйста. В крови рождается человек, должен думать о небе и следующий белый престол. Такого флага в мире нигде больше нет. Этот флаг обозначает всю жизнь от рождения до суда Божия. Мы все флаги увидели. Поняла, нет? Не лучше нашего нет. Лучше, ну, даже близко нет. Его не может быть. Вот хотел бы создать во флаге отобразить уже рождение и его жизнь. Смерть и суд Божий. Другого флага нельзя составить. Красная полоса, розовая. Война. Синяя. Думайте о небе, о Боге. Это не так красиво. Он сверху. Я Сережа. Я Сережа. А молодец сверху. Ожидаю. Когда ехали, уже познакомились. Я батюшка, вы работа кому-то себя. Разрешается это. Ну уж завтраках, ну ладно, завтра. Пускай сегодня, пускай тоже. Так я даже нигде не мылся, ничего. Всю дорогу. Насквозь пропитанный. Да, прямо на весь раз. Беду пережили огромную, конечно. Батюшка, завтра же будет молебен, да. 8? Да. Утром завтра 8, да? Ясно, что помыться. Такое слово подобрал, красавчик. Ты, Володенька, потом быстренько мне нарви веник. Сделай сегодня. Быстренько истопи в бане. Сегодня, да? Сегодня прямо. Вечер уже. Потому как мы странники, нам это разрешается. Люди через это царство получают. Ну, поехали. Ну, давай. Там кто идет?
Надежда Васильевна, похоже. Так, Надежда Васильевна, где-то там. Витя, достань-ка где-то. Марина послала ей. Марина послала ей какой-то... 4 балла. Бутылку с каким-то маслом. Где за маслом? Пошли ураган. Марин, ураган. Да что ты там делаешь? Я только одно лицо. А у нас ноги. А где? А я вот такую люблю. Представь, я вот такую люблю. Так, это всему лагерь дается. Сейчас, тысячу лет. Да ладно, я не делал. Где? Рядом. Долго там идет. Ну что? Срывается? Ну, зайк. Занятия были? Покажи, зайк. Зайка, молодец. Чашки у меня здесь. Ага. А белая, видишь, как чашка закреплена веревочками? Посмотри, чтобы вода не проливалась. Особое приспособление. Вот так. Вот Господь как сделал. Что? Витя, приготавливай. Поедем. Машину поставим. Володя отпущу сейчас, чтобы баню начал топить. Так, все, Володенька, ступай с Богом. А у вас, для вас в лагере сюрприз мы приготовили. Ну, хорошо. В игровой. Да. Слава Христу. В столовой. Я поняла, знаешь, столовой, в игровой столовой. Давай. Так, вот его. На мордик я привязываю на эту. Ураган, умница. Хорошая, я собака, ураган. Кстати, лежат два маленьких коврика его с тобой, белый-синенький. Так, это, корм остался, нет? Съели? Конечно, остался. Неужели ты его скормил? Больше половины остался. Ну так это, выгрузите здесь тогда на саманну. Хорошо. Какого, говорит, нету, что подпили. Так, давай снимай, сейчас Надежда Васильевна идет снимать. Ну, работать. Ну, сколько тысяч пришло? А, ну, Ведь, корм на саманном выгрузит ураган. Едем сейчас домой. И в Европу, 24 тысячи. Это вот за вот ну, это что? Время. Здорово, от Марины куем чуди. Держи. Какое оливковое масло? И отдельно шоколадка тебе. Афинская. Афинская. Греческое масло. Никому не посылали такое масло. Только одну бутылку тебе дали. Так, Витя, разворачивай машину. Поехали. О, а это как здесь приветствую нас. Так, не трошу, не сбивай, не сбивай. Поедешь? Давай. Давай. Не урони свою. Ну. Опа! Садись. Так, все, Михаил. Где Витя? Витя, заводи их. За место машину ставить. Все. Ты посмотри, как это. Где всякого чаяния? Чуть не бросили, я там. Бросили, что там и сразу нам новую покупают иномарку. Объявили сбор по всему городу. Даже вопрос, как не стоит ни о деньгах, ни о чем. Люди, которые нас не знали, все понимают, что делать. Я сказал, нет, даже разговоры не вести, пока домой не вернулись. А домой вернулись, на машине не живут. Дальнее путешествие закончено. Уже никуда не поеду. Все закончено. А там, который груз остался наш целый, теперь надо организовать несколько команд, чтобы они развозили на все путешествие. Это мысль пока. Старый сгнил.
Здравствуйте! Я тебе песню про наше возвращение. Там такие собаки. А где вы ее взяли, собачку? Шарик! А где третий? Это Снежка, как Шарик. Они подружились. Сколько же ему тут? А где он его взял такого? Подарили на соревнованиях. Ну давайте, скорее кормите. Давайте. Давайте. Володя, чтобы баню стопил сегодня. Доску новую сделали. А? Доску поставили. Вот посмотри лагерь, обойди все, засними. Ходи отсюда. А вот смотри, что тут написано. Телефон изобрел Мартин Купер. Кто изобрел интернет? Тим Бернерс-Ли. ДТР надо еще спасать, Ли. Кто президент России? Путин Владимир Владимирович. Кто премьер-министр России? Медведев Дмитрий Анатольевич. Кто губернатор Алтайского края? Карлин Александр Богданович. Это кроме божественного, дети должны все это знать. График дежурства, вот наша кухня, снимать все. Благословен Господь. Покажи маме игровую.